Компанія Human Research оприлюднила свіжі результати соцопитування. Якщо ми візьмемо тільки довір'я, наскільки довіряють, ми бачимо, що на першому місці по доверию это Игорь Терехов, у него 55% скорее или полного доверия. Опять же, возвращаемся к предыдущему графику, это коррелирует с тем, что скорее позитивно или полностью позитивно поддерживают, оценивают его первые полгода работы. На втором месте Александр Ярославский, 38% у Юлії Світлічної. Окрім того, 65% респондентів позитивно оцінюють піврічну роботу Ігоря Терехова на посаді мера Харкова. 50% харків'ян помітили суттєві зміни за ці 6 місяців. Політологи зазначають, що дане дослідження – хороший приклад довіри громади до муніципалітету. Хоча загальноукраїнський стереотип говорить протилежне. В місті є ефективна власть, в місті є хазяїн, за містом слідять. І це не могло не сказуватися, кстати говоря, і на рейтингах різного роду. Коли все произошло, коли Геннадій Кернес ушел, у мене лично і у многих були опасения, що це може бути утеряно. Ну вот прошло уже сколько времени, так, и мы видим, что лучшие традиции предыдущего руководителя, даже команда Кернеса при новом руководителе города Игоре Терехове продолжает эти лучшие традиции, ничего не утеряно. Более того, показан достойный уровень работы, уровень преемственности высокий, что очень важно. В общем, команда продолжила работу, и не случайно. Ваши рейтинги, они показали, что харьковчане так доверяют городской власти. Показатели социологические, они как раз свидетельствуют о том, что нынешнее руководство Харькова достойно продолжает предыдущую работу, предыдущие наработки. Отсюда, кстати говоря, и рейтинг городской власти, и лично руководителя города, ИО мэра Игоря Терехова, находится на высоком уровне. Харьковчане это доверяют, опять-таки, что следует из показателей, из социологического исследования. Далее, не только удерживается, мне кажется, то лучшее, что было, но и продолжается линия развития, формируются новые проекты, открываются, скажем так, новые идеи, что нужно сказать сейчас. И работа, в общем-то, продолжается, так, благоустройство, коммунальные службы, транспортные вещи, парковые зоны. Харків, вважають експерти, нині може слугувати прикладом для всієї України. Оскільки згідно того ж опитування, 70% харків'ян не те, що не планують, а й не хочуть нікуди виїжджати з Харкова. Місто розвивається по всім галузям, стверджують результати опитування. Тому і не дивно, кажуть політологи, що люди своє майбутнє планують виключно в місті, в яке вірять і в якому вбачають перспективи. Леся Копилюк та Євген Клочко, Харківські Відомості. Главные новости Харькова – Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.